Ну а в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева стартовали всероссийские соревнования по тэквондо. Чемпион. В течение двух дней обладателей 56 комплектов наград определят около 600 участников. На турнире представлены спортсмены из 27 регионов страны, в их числе команда Дагестана, которые как хозяйки соревнований разрешили выставить около 200 спортсменов.